семье 31-летнего Конора Макгрегора произошла трагедия. Эпидемия смертельного китайского вируса лично коснулась ирландского бойца. Тетя Конора не смогла справиться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил он сам. «Моя милая маленькая тетушка Энн скончалась. Жизнь для меня остановилась. Моя бедная добрая тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой дурацкий вирус», — написал Конор. При этом Макгрегор отметил, что после атаки коронавируса у людей останутся хорошие привычки. К таким он отнес мытье рук и общую гигиену. Мужчина подчеркнул, что это то, что всем следует делать в любом случае. Во всем мире зарегистрировано более 132 тысяч заболевших коронавирусом, около 5 тысяч скончались. В США инфицировано более 2 тысяч людей, из которых 47 погибло. За последние сутки в Китае скончалось 13 человек и выявлено 11 новых случаев заражения инфекцией. Врач высказался о пандемии коронавируса. Звезды поддерживают борьбу со смертельным заболеванием. Узнать, кто из знаменитостей заболел COVID-19, можно здесь.